Также эту линейку под названием Renova отличает два действительно уникальных, на мой взгляд, продукта. Это так называемые префиллеры или скинбустеры. Они сейчас перед вами, я вам сейчас продемонстрирую. И препараты, которые активно мы применяем при лечении абсолютно разных эстетических проблем у пациентов. Renova Revitafil – препарат обогащенный. Помимо того, что он содержит как стабилизированную гиалуроновую кислоту, так и нестабилизированную гиалуроновую кислоту, добавлен в состав большое количество пептидоаминокислотного комплекса. Что это дает? Во-первых, это стимуляция всех обменных процессов, стимуляция выработки коллагена, эластина, а также легкий-легкий филинг, что необходимо в качестве пролонгированного состояния уже имеющихся филлеров, так и просто оптических улучшений характеристик кожи и создания легкого объема. И второй препарат под названием Renova Revitalizer. Препарат разработан специально для работы в периорбитальном участке и может смело применяться для лечения статических дермальных заломов, для профилактики образования носослезной борозды или для очень тонкой ювелирной коррекции у пациентов различных морпотипов старения. Он не контурирует, он прекрасно себя ведет и очень полюбился нашим с вами пациентам. И последние продукты в этой линейке.